Ребята, всем привет! Сегодня с вами разбираем 10-й тест, второй вариант под буковкой B за 10-й модуль. Пожалуйста, не забудьте подписаться на мой канал, обязательно посмотрите экзит-тест. И спасибо, что пишете свои комментарии и пишете свои пожелания. Итак, переходим. Первое – словарный запас. Напишите слова. Первое – это хайкинг, второе – sunbathing, загорать, да? Третье – windsurfing, заниматься виндсерфингом. Четвертое – фишинг. Пятое – скубодайвинг, да, ныряние с аквалангом. Под буковкой B вставьте правильное слово. И пример. Laura is going to the chemist to buy aspirin. Лора идет в аптеку, чтобы купить аспирин. Дальше. Шестое. June wants to see the statues at the museum. Джун хочет увидеть статуи в музее. Седьмое. You can relax and have fun on holidays. Ты можешь расслабиться и повеселиться на каникулах. Восьмое. Do you want to go to the beach for a swim? Ты хочешь пойти на пляж поплавать? Девятое. They will stay at a nice hotel. Они остановятся в хорошем отеле. Десятое. Do you want to become a doctor? Ты хочешь стать доктором? Одиннадцатое. White water rafting can be dangerous. Значит, рафтинг может быть опасный. 12. Tim's got a temperature, he's very hot. У Тима температура, он очень горячий. 13. Will you come hiking with me in the mountains? Ты пойдешь со мной в поход в горы. 14. He'll take pictures with his new camera. Он сделает фотографии своей новой камерой. 15. If you are pink and sore, you've got sunburn. Если ты розовый и у тебя что-то болит, да, то у тебя солнечный ожог. Далее, ребята, выберите правильный вариант ответа. И пример. I'd rather go jet skiing because fishing is boring. Я лучше пойду кататься на водных лыжах, потому что рыбалка – это скучно. 16-е. Sue is hungry and wants some strawberry ice cream. Sue голодная и хочет клубничного мороженого. 17. A. Bob likes hiking. He walks a lot. Bob любит походы. Он много ходит. 18. B. Holly wants to go on a safari to see the animals. Holly хочет поехать на сафари, чтобы увидеть животных. 19. Do you want to go sailing? There is a good wind today. Ты хочешь пойти поплавать? Сегодня хороший ветер. 20. Mike loves planes. He flies everywhere. Майк любит самолеты. Он везде летает. Далее, ребята, подчеркните правильное слово. Can или can't? Пример. You can't swim here, the beach is closed. Ты не можешь здесь плавать, пляж закрыт. 21. You can't use a credit card, we only accept cash. Ты не можешь использовать кредитную карту, мы только принимаем наличные. 22. Can. You can take a lot of pictures, I've got an extra film. Ты можешь сделать много фотографий, у меня есть дополнительная пленка. 23. You can't camp here, it's too dangerous. Ты не можешь тут разбивать лагерь с палаткой, тут слишком опасно. 24. You can wear your new shorts, it's hot outside. Ты можешь одеть свои новые шорты, на улице жарко. 25. You can buy souvenirs here, we've got a big selection. Ты можешь купить здесь сувениры, у нас большой выбор. Дальше, ребята, поставьте глаголы в скобках в будущее время. И пример. No, I won't come swimming, I'm too tired. Нет, я не хочу идти плавать, я слишком устал. 26. Sam won't eat dinner tonight, he's not hungry. Сэм не будет сегодня ужинать, он не голоден. 27. Лори will go scuba diving on her next holiday. Лори поедет нырять с аквалангом на свои следующие каникулы или в свой следующий отпуск. 28. Кэти will miss her plane if she doesn't hurry. Кэти опоздает на самолет, если не поторопится. 29. Клэри will come hiking with us. Клэри пойдет в поход с нами. 30. Dan will meet us at the airport. Dan встретит нас в аэропорту. Далее, ребята,
Put the words in the correct order to make sentences. Значит, нужно поставить слова в правильном порядке и сделать предложение. И пример. I'll come windsurfing with you. Я пойду заниматься windsurfing'ом с тобой. 31. Ребята, у меня тут немножко неправильное написание слова train. Так, just one moment. The train is arriving in 10 minutes. Да? То есть, секундочку. Пишу правильно. The train is arriving in не 5, а у нас 10 minutes. Через 10 минут прибывает поезд. Anna wants Anne, извините, не Анна, а Anne, да? Anne wants to go to the museum. Анна хочет пойти в музей. Will you have dinner with me? Ты со мной поужинаешь? 34. They want to eat pizza for dinner. Они хотят поесть пиццу на ужин. 35. I think I will go swimming. Я думаю, я пойду поплаваю. Далее, ребята, повседневный английский. Посмотрите, как нужно было правильно подобрать фразы. Итак, пример. Would you like to come hiking? Ты хочешь пойти в поход? Ответ F. Да, я люблю длинные прогулки. 36. Ты хочешь пойти поплавать под парусом? Ответ И. Спасибо, но я хочу остаться дома. 37. Как насчет рафтинга? Ответ A. Извини, но это очень опасно. 38. Ты хочешь пойти порыбачить? B. Конечно, я поймаю много рыбы. 39. Ты хочешь пойти заняться виндсерфингом? Ответ D. Хорошо, сегодня достаточно ветрено. 40. Почему бы не пойти поплавать? Ответ С. Я лучше не пойду, вода холодная. Ребята, ответы на текст. Давайте прочитаем, переведем сразу, да, письмо. Дорогая Нэнси, спасибо тебе за твой имейл. Я пишу, чтобы рассказать тебе о своих каникулах. Мой брат и я поедем в Ванкувер, в Канаду в июне. Моя кузина Холли встретит нас в аэропорту, и мы остановимся с ее семьей на 2 недели. Есть много всего, чего можно поделать там, например, заняться походы, плавание, рафтинг, рыбалка. В Канаде много озер и гор, это будет весело. Жалко, что ты не можешь поехать с нами, я напишу тебе и расскажу о своей поездке Анна. И, ребята, посмотрите ответы. Кому она пишет? Имейл для Нэнси. Когда Анна поедет в Ванкувер? В июне. Кто встретит Анну в аэропорту? Холли, да, кузина, встретит Анну в аэропорту. Насколько они остановятся? Они остановятся на 2 недели. Что они будут делать во время отпуска? Много разных мероприятий, такие как хайкинг, свиминг, white water rafting and fishing. Ребята, white water rafting можно написать слитно, да? Итак, что есть в Канаде? В Канаде много озер и гор. Ребята, и последнее упражнение на аудирование. Посмотрите, значит, тур по греческим островам с 25 августа по 8 сентября, 12 ночей, 10 островов. Ребята, посмотрите, вот это 49-е тут неоднозначно, что они посетят. Ну, они посетят древние достопримечательности и будет 2 бассейна. Пожалуйста, обязательно подпишитесь на мой канал. Всем спасибо, всем пока.